Всем привет! Сегодня у нас очередная проблема со входом Google аккаунта, а именно смартфон Honor 7C. Как обычно бывает, человек его сбросил, но не помнит ни логин, ни пароль от Google аккаунта. Соответственно, телефон в данный момент является кирпичом. Модель вы видите перед собой, это AAML41. Способ для этой модели я уже нашел на форуме. Как совершить обход, не перепрошивая его. Подойдет этот обход для версии EMI 8.0.0. Очень важный фактор при этом обходе, нам необходимо подключиться к роутеру, не к смартфону. После того, как вы подключили Wi-Fi роутера на своем смартфоне, удерживаем точку доступа и «Изменить сеть» нажимаем. Далее нажимаем «Дополнительно», ставим галочку. Здесь нам нужно изменить прокси-сервер. Нажимаем вручную, пишем хост подключения любые буквы английского алфавита. Чуть ниже нам нужно изменить порт, можно 8080 написать. В общем, нам нужно сломать сеть, чтобы она работала некорректно. Сохраняем и дожидаемся восклицательного знака с ошибкой. Далее нам необходимо нажать на эту надпись, далее подробнее. Ждем загрузки приложения, нажимаем «Горячая линия». Здесь нам понадобится сохранить телефон в телефонную книгу. У меня уже этот процесс выполнен, а вы просто нажимаете «Добавить в телефонную книгу». Здесь нам нужно отредактировать пункт «Домашний», введя адрес какой-нибудь несуществующей электронной почты, да хоть как у меня. Далее выходим назад и на созданном контакте нажимаем на этот адрес электронной почты. Далее находим маленький значок Gmail и нажимаем, удерживая на него. Выбираем «Уведомления». Другие настройки. В правом верхнем углу жмем на три точки и управление аккаунтами. Выбираем использовать только сейчас или всегда, без разницы. Нажимаем система, находим здесь пункт сброс, выбираем его. Далее выбираем сброс всех настроек. А теперь внимание, нажимаем один раз на сброс всех настроек. Сейчас, когда загорелась кнопка красным, ее нужно нажать еще раз, но с одним условием. После ее нажатия начнется сброс, и именно после нажатия нужно отчитать 7-9 секунд и перезагрузить смартфон. Нажимаем и считаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И можем перезагружать. После чего дожидаемся перезагрузки устройства, полной его загрузки, и смартфон должен пропустить вас в главное меню. После чего все операции выполнены. Google аккаунт вы можете добавлять новый. Вот такой вот незамысловатый обход. Надеюсь, что кому-нибудь он пригодится. Всем спасибо.